Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария, сегодня у нас с вами продолжение распаковки моего интересного заказа с интернет-магазина rendezvous.ru. Сегодня мы с вами распакуем три новых аромата. И давайте приступим. Название ароматов, ссылочки на ароматы будут, как всегда, в описании к этому видео. И там же будет мой промокод на скидку 10% на сайт Rendezvous. Промокод мой суммируется абсолютно со всеми скидками, акциями, выгодными предложениями на сайте и действует при заказе от 2500 рублей. Проходите, смотрите, мониторьте, сидите на сайте, много всего интересного, часто проходят акции, и мой промокод тоже поможет вам сэкономить, так как он, как я сказала, суммируется абсолютно со всеми скидками. Давайте приступим, начнем с первого аромата, который я давно хотела, я давно за ним, так сказать, охотилась, потому что это, ну, такая относительно недавняя новинка. Пока есть только один аромат, это будет второй. Говорю я сейчас о бренде Patrice Martin, и аромат называется Cherry, да, Miss Cherry. Я знаю, что вы сейчас не удивлены, потому что с моей любовью к вишневым ароматам это, конечно, не удивительно. Я очень люблю вишневые ароматы, я всегда нахожусь в поиске чего-то идеального. И, кстати, пишите, пожалуйста, в комментариях свою подборку любимых вишневых ароматов. И когда только у бренда вышла эта новинка, я очень ждала, пока он появится на Рандеву, пока на него будет приятная цена, потому что я понимала, что мне это надо. Да, у меня есть уже много вишневых ароматов, но нет предела совершенству, поэтому я продолжаю приобретать еще что-то интересное. Смотрите, кстати, как-то так интересно упаковано, то есть здесь нету слюды, только она идет сбоку. Интересно, конечно, такая упаковочка. А сами флакончики обычно у бренда выглядят, так, здесь тоже проклеено все, стандартно. У нас, по крайней мере, женская линейка. И здесь идет у нас вот так все на магнитике, такие дверцы. И здесь у нас сам флакон. Как я сказала, формат флаконов у всех одинаковый ароматов. У меня уже есть один аромат, похожий на Флорайка, один зонтик на двоих, мне очень нравится, и очень я хотела этот аромат. Давайте мы с вами сразу его нанесем на блотер, потому что мне уже не терпится, я понимаю, что это будет вкуснейшая вишня. Отзывов очень мало на этот аромат, но они, конечно, уже есть, и я жду вишни, такой ликерной, миндальной, и да, это она, та вишня, которую я ожидала. На старте я прям ощущаю кислую вишню, такую прям кисленькую, свежую вишню. Далее начинает все это приправляться прям миндалем. И это как будто, знаете, не цельный миндаль, а как будто он немного прям такой дробленный, я бы сказала так. Как будто он прям перетертый миндаль, ощущение прям... Как будто это прям такой разломанный миндаль. Потому что нет ощущения прям сухости. Я думаю, как это даже писать, не знаю. Когда вот, если вы, допустим, разбиваете орешки какие-то или разламываете, все равно есть вот эта вот масляная такая текстура внутри. То есть какой бы орех сам по себе не был сухой, он все равно при раздавливании его, он все равно выделяет такой небольшой сок. Вот здесь вот такое вот есть ощущение прям небольшой влажности. Немного алкогольности, терпкости, то есть это не спирт, а вот именно такая прям терпкая, ликерная какая-то тягучая алкогольность и красивенная вишня. Слушайте, мне так нравится сочетание вот этой вот терпкости, но в то же время как-то так это все играет, то я слышу прям такую свежую кисленькую вишню, то я слышу прям терпкость такую, прям нуарность. И в то же время есть приятная... сладость, именно, знаете, сладость, наверное, больше в направлении моего любимого Right Mandry. То есть это не одинаковый аромат, но он больше в то направление. То есть если сравнивать с Lost Cherry, нет. Lost Cherry для меня все равно звучит как-то иначе. Здесь все погуще, здесь более такой густой, терпкий, насыщенный замес для меня, нежели, допустим, в Lost Cherry. И это так интересно звучит. Прям какая-то такая кислинка, небольшая терпкость. В то же время прям вот такая тягучая ликерность. Как это классно звучит. Очень красиво. И этот аромат, как я сказала, как хамелеон, он будет хорошо, на мой взгляд, что в теплое время года. Наверное, вишня будет выбиваться более такая сочная, свеженькая. В то же время в холода, наверное, больше будет на передний план выходить именно такая ликерность, терпкость, миндаль. Мне нравится.
на первый затест, это прям вау. Буду тестировать, буду сравнивать досконально с своими вишневыми ароматами и, понятно, потом поделюсь с вами уже таким сложившимся впечатлением, но на первый взгляд прям супер. Аромат бюджетный от бренда Elizabeth Arden. Sunflowers называется аромат. Этот аромат я увидела у Сашули. Канал Саши называется Your Perfect Scent. Я вам оставлю обязательно ссылочку в описании. Проходите, поддерживайте Сашули. Мне очень нравится ее видео. Также она ведет свой канал в Telegram. Тоже там много интересной всегда информации. И я увидела у нее этот аромат, наверное, уже год назад, мне кажется. Время так быстро идет. Она рассказывала, что она с ним познакомилась в Duty Free, что он ей очень понравился. И мне, конечно, в первую очередь, что запомнилось, то, что она говорила, что здесь присутствует дыня. А мне очень нравится аромат с нотой дыни. Мне их не так много, но я постоянно хочу что-то такое интересное на эту дынную такую тему. Поэтому я заказала. Цена была, кстати, у него хорошая. 100 мл. Стоило 2200. До применения промокода, то есть 2000 он выйдет с промокодом. По крайней мере, тогда, когда я его приобретала. Давайте распакуем. Конечно, ароматы Elizabeth Arden такие бюджетненькие, но есть действительно жемчужинки. Здесь, смотрите, в таком вот формате, в принципе, лаконичный такой флакон, белая крышечка, пластиковая, в принципе, все стандартно. Elizabeth Arden, ничего прям такого супер выделяющегося. И давайте тестировать сам аромат. Также, так, слушаем. Что могу сказать? Прям сразу дыни я не чувствую. Для меня это больше такой собирательный образ. Фруктов, персиков, цветы. Также здесь есть какая-то мшистость для меня. По-моему, в пирамиде есть дубовый мох. И, насколько я помню, также я, по-моему, у Саши слышала такой отзыв с ней, если я, конечно, не ошибаюсь, что слышится также здесь, или читала, может, на фрагрантике, что здесь слышит еще ноту сена. Прям такую вот сухость какую-то. Возможно, что-то в этом есть. Для меня пока он, в общем, такой уходовый, я бы сказала. Аромат прям такого уходового продукта. То есть сказать, что это прям какой-то аромат супер-супер такой прям вот необычный, я не могу сказать. Но сейчас я начинаю понимать, о чем шла речь именно в плане аромата дыни, то есть какой-то прям медовой, ярко-ярко выраженной этой дыни я не ощущаю, но есть такой небольшой намек на это, такая вот фруктовость, и действительно аромат конца лета, лето, возможно, для меня даже больше, да, ассоциация не с пляжем Sunflowers, а, наверное, больше даже лето на даче где-то, в деревне, вот что-то вот такое, природа, какой-то вот такой он природный, какой-то он уютный, такой нежный, но пока вот я его не особо еще могу как-то сказать, что пахнет он дороже или нет. Просто для меня он какой-то такой уходовый, нежный, интересный. В общем, буду тестировать. Пока сложно мне дать какую-то прям оценку ему, но сказать, что он меня разочаровал, я не могу. И третий аромат, который я давно хотела, это у меня Blue Marine, их линейка вот этих вот именно воспоминаний. У меня не хватало вот этого аромата и еще одного, по-моему, что-то связано с террасой, или какой-то такой розовенький, по-моему, флакон, но я навряд ли, наверное, буду тот аромат покупать. Этот мне понравился, этот мне хотелось себе еще приобрести, и в ближайшее время, я думаю, сниму вам видео отдельно о всей этой линейке ароматов, потому что у меня уже, получается, их будет 4, да. В общем, что касается этого аромата, это у нас версия Shine Like a Night, такой, может быть, ночной аромат, таких ночных прогулок. И сейчас я распакую. Кстати, я когда показывала ароматы этой линейки, для многих это было открытием, потому что, вот, допустим, мне очень нравится аромат, посвященный невесте. Это просто невероятно красивый аромат. Советую присмотреться. Он идет с белым бантиком. Так, смотрите, у меня наклейка хочет уйти с белым бантиком. В общем, классный аромат. Присмотритесь, прям такой пудровый, альдегидный, суперский. А что касается этого аромата, во-первых, смотрите, какой цвет. Я обожаю вот такой вот лавандовый цвет. Это прям вот любовь-любовь. Давайте прям под него даже мы блоттер такой же подберем. В направлении, так сказать, этом. Такой тоже слегка фиолетовый. Здесь объем у нас по 100 мл. Идет оформление такое лаконичное. В принципе, если вам не нравится этот бантик, то можно его снять. Сеточка вот эта, но мне нравится. И что могу сказать? С этим ароматом получилось вообще супер интересно, потому что, когда я его тестировала в магазине, я его выделила, мне он понравился, для меня он какой-то был, я ощутила прям виноград, что-то такое прям сочное, сладкое. В пирамиде, кстати, сам зачитаю пирамиду, здесь у нас мандарин, розовый перец, бергамот,
имбирь, бобы танка, амбраксан. И что могу сказать? Когда я уже его заказала, так как я пару раз тестировала просто в магазине, все-таки поняла, что хочу его, когда я его заказала, я поняла, читая уже фрагрантику посты, что его сравнивают с моими любимыми ароматами именно от Givenchy L'Inter D, а именно с версией Intense и с версией Rouge. Потому что на классический он не похож, там все-таки у нас земляника с виноградом. А здесь я ощущаю вот эту сладость, больше, наверное, вариация на тему Intense, я бы сказала, потому что есть вот эта кунжутность как-то, есть это ощущение, как я вам говорила, прям тульский пряник с виноградной начинкой для меня. Вот такое ощущение. Поэтому, если вам нравится версия L'Inter D Rouge, L'Inter D, именно версия Intense, то можете присмотреться, потому что Blumarine стоит мега-мега дешевле, я бы сказала так. Его можно на скидках купить прям очень дешево, поэтому обратите внимание, звучит он классно. Я наносила также его только на блотер, как я вам сказала, буду разнашивать на коже, но те ароматы, которые вот у меня есть, именно Mon Petit Choux, он не очень стойкий, и также Кет аромат, именно посвященный невесте, он такой, более потише, но вот эти вот версии, которые идут с яркими бантиками, они прям такие очень яркие, очень громкие, поэтому обратите внимание, действительно он очень похож. Это прям для меня такая приятная виноградность и с вот таким вот гурманским подтоном, как я сказала, как будто бы тульский пряник вместе с виноградом. Именно с такой начинкой винограда. В общем, вот такой вот заказ. На мой взгляд, очень интересные ароматы. Мне они все понравились. Ни одного разочарования. Это, конечно, не может не радовать. Сейчас я также, как я сказала, что сейчас я, да, стараюсь не совершать слепые покупки, но если совершаю, то я прям досконально изучаю, все это смотрю. И в плане, конечно, люкса я могу как-то там сгрешить, что-то прям заказать, или вот такие вот бюджетные ароматы, как Элизабет Арден. К нише же я подхожу более обдуманно, как и сказать, ароматы, которые я покупала с категории ниша, я прям вот приобретала их очень обдуманно. То есть я взвешивала все за и против, смотрела, изучала и только потом приобретала. И, как выяснилось, я, наверное, уже научилась выбирать ароматы вслепую, потому что то, что я приобрела, мне все понравилось, и, в принципе, так я эти ароматы себе и представляла. На этом я с вами уже прощаюсь. Если знакомы с этими ароматами, пишите свое мнение, впечатление в описании к этому видео, будет это очень интересно. Встретимся с вами уже совсем-совсем скоро. Как сказала, все ссылочки будут в описании. Обязательно также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там много всего интересного. И встретимся с вами уже совсем скоро. Опять же, тавтология. И всем прекрасного дня, вечера, какого сейчас время суток, и пока-пока!